хотели сказать, что вот Навальный прав, Навальный молодец, Каспаров, Касьянов, Немцов, которые все организуют, это правда? Мы даже не вспоминаем. Они уже забыли. Людям надо объяснять, что это, понимаете, разборка должна происходить внутри страны, а не за западные воды. Вы видите, что флаг свободной Карелии, это сепаратисты. Вы видите, анархисты собрались. Карелия в Финляндии. Если бы они не поднялись, вообще в Единой России, вот именно, молодцы. Молчали бы так же. Вот молодцы. Да подняться-то надо, но не с ними. Да какая разница с ними? Да не с ними, не с ними, за лучшую жизнь. Хлопнут, когда здесь надо. Вот вы тогда заговорите по-другому, простите меня, пожалуйста. Хлопнут, хлопнут. И вот их вот, на чем стреляют? Как предатели страны. И оранжевую всю эту сволочь. Понятно? Вот так вот.